Всем привет! Сейчас я хочу подпереть вот эту вот часть потолка, на то, чтобы она не падала. И тут, как обычно, сюрпризы у меня по-другому не бывает. И нужно разбирать вот тот ряд кирпичей. Не кирпичей, а камней. Их нужно убирать, потому что я не могу гнать стену. Здесь было построено на уровне с потолком, камень выходил за стену, вот так вот, на пол камня. Выходило за стену. Ну, скорее всего, это они хотели для того, чтобы не продувалось там, ну и камень выходил в потолок. Ну да ладно. А теперь мне предстоит это убрать. И сейчас я при помощи домкрата буду все это дело поднимать потихонечку и подпирать. Ну, в дальнейшем вы увидите весь процесс. Поднял уже. Объясню, зачем я это делаю. Мне нужна сейчас подпорка для того, чтобы потолок этот не падал, как-то держался. Сейчас мы переносим вес потолка еще на вот эту вот нашу балочку, которую положили, перемычечку. И что мы делаем? Начинаем потихонечку разбирать. И так как она держится вот в этом месте, в том месте, то мы можем спокойно заложить там кирпичом. Закладываем кирпичом и перемещаемся. Так как оно уже будет поддерживать, перемещаемся туда дальше. И так вот потихонечку, маленькими кусочками будем выстраивать. Ну, по-другому не получается. Вот это вот, конечно, лучше выстраивать все с нуля, чем вот это таким заниматься. Быстрее было бы, быстрее построить. Уже все, чердак открылся. Стекла. Вот что тут только нет. Мусора. Вот так вот я разобрал. Теперь вот там выход на чердак. Ну и еще остались немножко здесь камни. И сейчас буду отпиливать вот эту вот доску.
Как-то так. Вот, отпилил. Все нормально, все прошло хорошо. Та сороковочка, которую я ложил, она слабенькая оказалась, и я вырезал такой же вот доски кусочек. Сейчас устанавливаю его, тогда он точно не прогнется и будет хорошо. Ну, сейчас он не становится, здесь камень, его опять же надо убрать, и там вот, мешает этот камень. Хотел немножко разобрать, пришлось разобрать очень много. Все, положил я еще одно такое бревнышко. И теперь можно будет начинать закладывать так, как я и хотел. Изначально я планировал по-другому, маленькими кусочками продвигаться, но ничего не получилось, потому что начинаешь в одном месте разбирать, оно сыпется и в другом, и все это вываливается. Но пришлось разобрать все, потому что там доску не подвести. И сейчас смачиваю, беспыливаю и вперед. Вот так вот столько я сложил, уже выложил. А еще сколько нужно. Вот такой вот выход у нас на чердак. Работать стало не очень комфортно, потому что вот так сделано. Некомфортно, потому что на улице холодно, и холод попадает сюда в помещение. Но надо работать. Вот сколько за сегодня удалось сделать. Пол окна. И половина окна остается нам на завтра. Надеюсь, завтра я все успею дозакладывать. Вверху, так как не помещается два кирпича, два ряда, пришлось поставить кирпич вот таким вот образом. Итак, друзья, я убрал отсюда подпорочку. Все теперь держится вот на этой. Положил еще один кирпичик, вот этот. И сейчас будем заполнять оставшуюся часть, закладывать кирпичом. Ну, я здесь сделаю несколько рядков, потому что мне нужно будет все-таки как-то вверх еще делать. В дальнейшем я планирую вот здесь пилить. Ну, в дальнейшем, очень скоро. Вот эту часть отпилим, уберем эту доску гнилую и заменим потом на новую. А сейчас нам надо выложить несколько рядов, ну, для того, чтобы закончить с этой перемычечкой. Ну, как-то так. Так, друзья, выложил я немножко первого ряда. Дальше не стал продолжать здесь. Это будет у нас тут связка. Закрыл полиэтиленом для того, чтобы не сыпалось. Ну и сейчас надо будет заниматься тем, что разбирать вот эту часть. Как не хочется, но это надо будет сделать. Сейчас нужно будет здесь подпереть. Поставить подпорочку для того, чтобы оно держало, чтобы это все не падало. Вот там вот есть еще одна. Ну вот. Сейчас я здесь подопру. Я думаю, там выдержит, удержит. И буду потихонечку разбирать. Ну, что делать? Надо разбирать. Потому что, вот смотрите. Вот здесь вот эта вот доска, она полностью гнилая. Вот с этой стороны. Видите,
каком оно состоянии находится. Ну, как, наверное, на камеру не видно. Но еще и изнутри все высыпается. Там, ну, наверное, не будет видно. В общем, раствор весь высыпался. Ну, приступаю к установке подпорочек. Вот здесь, и, скорее всего, еще одну поставлю здесь. И будем разбирать дальше. Вот так вот я зафиксировал потолок, подпер. Ну, и буду разбирать. Там зрелище какое. Видите, свет. Где-то, видать, в крыше дырка, и солнце попадает внутрь. Вот так вот. Ну что, приступаем к разборке. Кстати, еще зачем я это разбираю? Ну, для того, чтобы выйти на тот же шоринг, что и окно, чтобы было как-то красиво. Ну и плюс тут такая кладка, что оно все рассыпается. Она, конечно, везде такая, но там я хоть не вижу. Скрепляю штукатуркой. И почему я не стал дальше гнать? Потому что мне будет неудобно там подставлять домкрат и закладывать. Неудобно. Надо идти один за одним вот так вот на косую. Иначе рука не войдет. Вот так вот я раздолбал здесь все. Вот такая вот получается у нас конструкция. Вот. И теперь буду выкладывать здесь два ряда кирпича. Ну и с этой стороны тоже, для того, чтобы положить перемычку над дверью. Вон куча мусора, куча пыли. Это вот чердак, который висит. Он практически в воздухе висит. Перекрытие чердака. Ну, сейчас буду заниматься выкладыванием колонны и подготавливать перемычку для вот этого вот ряда. Так вот, друзья, у меня получилось. И столько мусора. Положила туда уже перемычки деревянные. И пока оставляю так, пусть раствор схватывается. На следующей неделе буду продолжать. Сейчас я начну заниматься уборкой, наводить здесь красоту. И на этом я с вами попрощаюсь. До следующих видео. Всем пока!